Самая актуальная покупка от монгольского бренда Фабади. Это самые тепленькие, самые уютные и мягкие кашемировые колготки. Они действительно прочные, они прекрасно тянутся, они нежно обнимают ножку. И при этом у нас сегодня при покупке двух пар скидка 500 рублей. Выбирайте для себя, выбирайте для дочки, выбирайте для внучки. Встречайте новогодние, рождественские праздники вместе. Гуляйте и получайте от жизни абсолютно все. Сегодня одна пара стоит 999 рублей. И при покупке двух пар идет скидка 500 рублей. То есть две пары шикарных кашемировых колготок износостойких сегодня стоит 1499 рублей. Коллекция представляет и единственный главный эксперт бренда Фабади в России Оленька Крупина. Оленька, здравствуй, да, дорогая. Да, спасибо огромное. Хочу рассказать сейчас про эти чудесные колготки. Посмотрите, во-первых, это, конечно же, высокая посадка. 200 ден – это вот такая вот плотность. Здесь у нас 35% кашемировых ниточек и добавлен еще хлопок для того, чтобы как раз создать очень правильную атмосферу в течение всего дня, когда вы будете носить вот такие вот колготочки. Колготки с очень прекрасной анатомией. Что это значит? Что когда вы их надеваете, вам комфортно в течение всего дня. Продуманы анатомические швы, они все гладкие, плоские. Продумана ластовица, зона, посмотрите, да, у нас нигде ничего не скручивается. И зона пяточки проработана, и зона мысочка. Они растягиваются, поэтому мы предусмотрели, чтобы всем дамам было комфортно заказывать их дистанционно. И всего две размерные линейки. И мы, кстати, да, вот проводили уже эксперименты на выносливость этих колготок. Потому что, когда мы носим их каждый день, нам важно, чтобы такие колготочки прослужили как можно дольше. Не боятся они длительного, да, вот такого вот использования. Мы предусмотрели здесь технологически правильную крутку волокна, ниточек, поэтому такие колготочки прослужат вам год, два, три и так далее. И даже при растяжении они не теряют своего главного качества. Тепло, мягкость, комфорт. Абсолютно. И шикарный внешний вид. И забота от бренда Фабади. Оленька, у нас, дорогие, сегодня при покупке двух пар скидка 500 рублей уже сейчас выбирают. Конечно же, знаем классические варианты. Это черный и коричневый мокко. А мне очень нравится темно-серый. И серый — это мой выбор. Я обожаю бренд Фабади, обожаю нашего эксперта. И вы знаете, вот действительно уже, ну как, два года назад, спустя, когда я уже и себе стала приобретать кашемировые колготки, а делать это я стала после, как бы, после как раз своего ребенка. Знаешь, она всегда была мерзлякой. Я покупала ей дорогие, 200, 300 ден, я не могла действительно найти колготки. И мне девочки наши посоветовали, что как раз попробую именно кашемировые. Молодцы, в магазинах девчон. Были очень дорогие, в Калзедоне, естественно, еще там в три раза дороже. И вот когда я попробовала именно кашемировые, первое возражение, с которым я столкнулась, надо же, такие тонкие, а будут ли они согревать там минус 25, минус 20? И она проходила у меня, у нее было пары 3-4 на всю зиму, ну, естественно, она спортсменка, она часто меняет там, знаете, колготки, но я хочу сказать, она говорила мне: мама, это счастье, она каталась на коньках, она гуляла, она ездила в метро, то есть нет парникового эффекта. Я сказала: да, я буду платить за качество и за здоровье своего ребенка, и потом для себя. Ты молодец, потому что на самом деле нет ничего лучше для женского здоровья, чем кашемировые колготки в холодную пору, а это осень, зима, это весна. Во многих регионах чуть ли не до июня, да, сохраняется холодная погода с ветрами. И нам, девочки, нам очень важно сохранить свое женское здоровье, чему способствуют колготки из натурального кашемира. 35% кашемира, и у нас еще здесь хлопок в составе. Это тоже очень важно. Я, кстати, хочу вам еще потянуть их и показать, да, что вам будет комфортно в них, даже если, например, у вас изменились ваши внешние данные. Мы, девочки, бывает, да, то худеем, то полнеем, и вот эти колготочки будут вместе с нами. У нас широкая комфортная резиночка, то есть там внутри нет резинки, это двойная вязка уплотненная, которая дает нам очень хорошую фиксированную посадку по зоне талии. Нигде у нас ничего не сжимает, не перетягивает, потому что нам нельзя этого делать. Все швы плоские, мягкие, анатомически продуманы, как раз для того, чтобы в течение дня колготки плотно прилегали к нашему телу. Вы знаете,
Многие дамы, кстати, вот, Ленок, они говорят: Оля, эти колготки как вторая кожа. Абсолютно. Да, не вот чувствуется настолько даже. Они действительно. Да, именно легкие, они такие вот воздушные, но при этом вот то тепло, которое они дают. Дарят, да, да, именно вот, за счет кашемира. Ведь смотри, кашемир — это самые тонкие нити. Но почему он ценится во всем мире? Потому что нет ни одной другой ниточки, которая при всей своей вот этой тонкости, нежности, воздушности, легкости и приятности была бы такой теплой, износоустойчивой. И хотя многие говорят: как кашемировые свитера, они же могут скататься, износиться. Смотрите, главное — правильный уход. То есть это стирка просто в таком ручном режиме, да, в мягкой такой воде до 30 градусов. И не выжимать, а именно просто спокойно на гладкой горизонтальной поверхности, чтобы они высохли. Все, они будут носиться годами, с ними ничего не случится. Мы, кстати, сделали их еще более прочными за счет включения сюда еще и хлопковые ниточки. Отлично, да. Это важно. И, конечно, потому что мы хотим носить, когда нам нравятся колготки, мы будем носить их годами. А размер, скажи мне, вот выбирать размер в этой коллекции, да? Да. Еще раз вот повторим нашим телезрителям. От 48 до 56 это одна градация, от 56 до 62 вторая градация. Еще раз хочу привлечь ваше внимание, что всего у нас две, вот получается, да, такие размерные линейки. То есть это подарок шикарный, безопасная покупка по телевизору. Абсолютно. Ты знаешь, к нам стали обращаться мужчины. А мужчины, они, как правило, очень деликатничают в этом вопросе. И, конечно, им непросто, да, сделать такой подарок даже своей любимой женщине, потому что они не всегда понимают, какие габариты, да, и какой размер у своей любимой дамы. Вот, кстати, еще раз по цветам давайте пройдемся. Черный цвет очень благородно выглядит. Да. И, кстати, если какое-то событие, можно с черным платьем, будет шикарно смотреться. Шикарный. Темно-серый, да, и светло-серый. Вот видите, они по оттеночкам у нас. А вот дальше у нас шоколадно-коричневый такой вот последний вариант. То есть у нас черный, темно-серый, серый и коричневый. Вот они все четыре ножки, да, вот они все четыре цвета. Вы можете выбирать все однотонные тона, и они матовые. Почему привлекает к этому внимание? Многие замечали, что, например, надеваешь колготочки, да, ну, которые, собственно говоря, есть в любом масс-маркете, из синтетических ниточек, да, и есть вот это такое свечение, какой-то перелив, это не всегда смотрится благородно, это не всегда смотрится уместно. А вот в таких вот, да, кашемировых колготочках вы действительно сможете пойти и на мероприятие, и на прогулку, и на работу. И, конечно же, самое главное, хочу еще раз напомнить, что здесь у нас 35% кашемира, а это значит быстрое тепло, уют и правильная атмосфера для вашего женского здоровья. И самое главное, при покупке двух пар бренда Фабади колготок из кашемира вы получаете скидку 500 рублей, 1499 рублей. Пусть ваша зима, весна и, конечно же, осень будет прекрасные. Теплые, ни в коем случае не болейте и получайте самое теплое от бренда Фабади.